Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, впервые я на этом мероприятии, как бы больше бы назвал его, наверное, и мысль такая появилась, все-таки вот такие межотраслевые совещания все-таки собирать, потому что все-таки мы больше не заказчик, а крупная перевозочная компания. Я представляю сегодня, наверное, просто блок, который координирует и организует процесс капитального строительства в компании. Ну, кратенькую информацию о том, что мы делаем и как мы и где пересекаемся, ну, с вами, как с нефтяниками, газовиками. Как, значит, учитывая динамичное развитие крупнейших компаний нефтегазового комплекса, которые способствуют увеличению погрузки углеводородного сырья, ОРЖД на сегодняшний момент развивает различные направления на территории России. Это северо-западное направление к портам Мурманска, северо-запада, это Дальний Восток, это Азово-Черноморский бассейн, это Выборг, Приморский, Ермилово как объект, это Тоболь, Сургут, Карачаево. Ну, на примере этого объекта, где особо характерно у нас наше взаимодействие с компанией «Новатек», где фактически весь объект и строится за счет деньги «Новатек», то общая стоимость 48 миллиарда рублей строительства. Развитие участка Тоболь, Сургут, Карачаево, наиболее характерное здесь вот, как бы представлено, общая протяженность 1110 километров, 249 миллиардов вторых путей, 14 разъездов, 411 стрелочных переводов, 69 мостов, 80 водопропускных труб. Общая стоимость строительства 48 миллиардов рублей, 30 миллиардов рублей из них это средства ОАО «Новатек». Значит, на сегодняшний момент, уже большая часть средств выполнена. В 2017 году проект будет завершаться, где ОРЖД выполнит полностью свои обязательства перед компанией «Новатек». Сегодня нарастающие объемы производства мы удовлетворяем в полном объеме. Значит, ну, хочу отметить конструктивную позицию ООО «Новатек», «Сибур», «Роснефть», как в модернизации собственной железнодорожной инфраструктуры, так и в участии совместными проектами, станциями примыкания. В 2005 году при вводе первой очереди Пуровского ЗПК ООО «Новатек» по договору присоединены и введены два приема отправочных пути на станции Лумбей. В 2013 году аналогичные работы проведены по станции Ноябрьск-2. В 2014 году совместный проект по развитию станции Тобольск. За счет средств ООО «Тобольскнефтехим» выполняется реконструкция парка С. Объем финансирования составляет 245 миллионов рублей. За счет средств ООО «Роспан Интернешнл», ООО «НК Роснефть» планируется реконструкция станции Карачаево. Точка соприкосновения, которая у нас с вами, так же как мы с энергетиками все вместе встречаемся и с другими компаниями, почему как бы идея такая все-таки появилась, и, наверное, надо, ну, на фоне, может быть, НЖК надо подумать, ну, на какой-то площадке все равно периодически встречаться надо, потому что, ну, два характерных участка на данном перегоне. Вот участок Сургут-Ультигун, где общая стоимость 7,1 миллиарда рублей, получается, это средства, которые потрачены на строительство самого второго пути, из них и 3,1 миллиарда рублей – это средства, которые должны быть потрачены на устройство пересечений. Ну, то же самое участок Демьянка-Кутьях. Значит, здесь 2,5 миллиарда рублей у нас получается на строительство, и 1,25, фактически 50% получается от стоимости самого строительства составляет борьба с пересечениями. Можно так это назвать. К сожалению, как у вас, когда вы инвестируете в свое строительство, так и у нас, очень большая доля средств сегодня государственные средства. Или средства не потратили. Как в итоге, вот если мы тратим, чем больше денег мы тратим с вами на эти пересечения, тем меньше денег мы тратим в итоге с вами на наше собственное развитие. И на развитие социалки, в конце концов. Когда деньги государства, значит, автоматически, вот сегодня мы строим, развиваем восточный полигон, там 562 миллиарда вынуждено государство вместе с нами потратить на этот проект до 2018 года.
В итоге очень большие средства отвлекаются из-за того, что геополитическая обстановка изменилась. И вынуждены мы вместо того, чтобы тратить на детские сады и еще какие-то социальные объекты, в итоге гоним деньги на... А завтра какова необходимость будет этих вторых путей? Какова их будет загрузка? Сегодня, к сожалению, мы с вами не можем, никто из нас не сможет это прогнозировать. Поэтому, как, ну, завершение, как бы спасибо большое организаторам, то, что они пригласили. И я считаю, ну, если мы будем в процессе строительства относиться и вы, и мы, все-таки не как двум сторонам спорящим, так скажем, по стоимости, а как все-таки коллегам, я думаю, мы сможем вот эти деньги, вот эти проценты, которые я выразил в процентах, значит, тратить на эти дела, мы можем больше тратить на собственное развитие, на развитие социальных дел каких-то, и собственных, и государственных. Не такие большие деньги мы сегодня зарабатываем, ну, тем более на фоне сегодняшней нашей локализации небольшой, которую пытаются организовать. Спасибо большое. Спасибо. Виктор Александрович, а кто сейчас координирует деятельность, например, РЖД и Роснефть, ну, РЖД и Транснефть, ну, РЖД, Газпром и так далее? В этом большая и проблема, что сегодня, к сожалению, такого координатора единого нет. Мы сегодня вот, ну, на своей площадке, как бы, с «Газпромом» уже не раз, мы даже сформировали рабочую группу, столкнулись, ну, вот, как бы, с Тобольск-Сургут. Сегодня мы Азово-Черноморский бассейн развиваем. Там тоже пересечения у нас, ну, довольно большие, которые тянут, а средств ограничено выделено. То есть сегодня координации нету. С автомобилистами, хотя у нас мы вроде бы под Минтрансом сегодня находимся, и железные дороги, и автомобили, и транспортные строители автомобильных дорог. Одно министерство, но сегодня, к сожалению, мы и с ними до сих пор сталкиваемся. То есть фактически вы как два хозяйствующих субъекта, да, договариваетесь, да, да. Вот, хотя, в общем-то, строите инфраструктуру, ну, поэтому, как, для, я думаю, сообща, всей страны. Насколько мы хорошо договариваемся, настолько эффективность любого проекта сегодня в этом. Ну, как пример, например, сегодня слово «Олимпиада», как бы, вроде бы оно ушло вдаль. Мы построили по поручению правительства автомобильную составляющую от Адлера до Альпики Сервис. Сегодня, к сожалению, вот эта автомобиль до сих пор автодором не принята на баланс. Сегодня мы эксплуатируем, хотя это, ну, для нас абсолютно не характерный объект. Ну, то же самое, когда происходит, когда мы долго затягиваем пересечение с нефтепроводами и газопроводами. Во-первых, большие деньги выбрасываем. Здесь надо просто, я считаю, поднимать вопрос. То есть деньги на переустройство должен реализовывать хозяйствующий субъект того или иного. То есть вот если нам задача есть строить там какой-то второй путь, и на этом участке у нас попадает, тем более за счет государственных средств, и попадает пересечение с автомобильной или дорогой, с нефтепроводом, автоматически государство должно, то есть надо делать нормальный расчет, деньги выделять этим целевым назначением на это пересечение и выделять тому субъекту хозяйствующему, который является балансодержателем. Это единственный путь ухода от проблем по передаче и по удорожанию. Понятно. Будут вопросы к РЖД? Спасибо огромное. Спасибо.